предлагается увеличить расходы по следующим направлениям. Поэтапное повышение заработной платы работникам культуры 116,5 миллионов рублей. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения 121,4 миллиона рублей. Приобретение школьных автобусов 3,9 миллиона. Капитальный ремонт и оснащение муниципальных учреждений образования и культуры 4 миллиона. Более 13 миллионов рублей направят на строительство газопровода высокого давления к хуторам Большой и Малый Разнокол. 2 миллиона рублей пойдут на строительство детских игровых и спортивных площадок. Более 18 миллионов рублей поступят по программе софинансирования строительства газопроводов низкого давления в станице Гастагаевской и хуторе Просторной. 4 миллиона из них – средства граждан. 2,3 миллиона рублей направят на строительство офиса врача общей практики в хуторе Чекон. Уже объявлен аукцион на определение подряда. Перед рассмотрением на сессии документ обсудили на профильной комиссии. Полный состав совета принял его единогласно.